С начала пандемии коронавируса в мире выявлено 111 миллионов случаев заражения инфекцией. Свыше 2 миллионов 400 тысяч человек скончались. Выздоровели более 86 миллионов пациентов. Лидируют по числу зараженных Соединенные Штаты. Более 28 миллионов случаев заражения за весь период пандемии. Президент страны Джо Байден призвал граждан делать прививки и заявил, что намерен уже к июлю обеспечить всех граждан вакцинами. Эпидемиологическая ситуация ухудшается в Чехии. Власти обязали граждан носить по две маски сразу в общественных местах. Чешский Минздрав ввел новые правила из-за распространения британского штамма коронавируса. Тем временем повышенную заразность южноафриканского штамма COVID-19 подтвердила ВОЗ. Организация, однако, не зафиксировала его влияние на тяжесть течения заболевания. Массовая вакцинация может побороть пандемию, считают медики. Прививаться от COVID-19 в скором времени начнут в Гонконге. В страну поступила первая партия доз вакцины китайской компании Sinovac. Препарат Sinovac начнут применять уже на следующей неделе. В первую очередь прививки делают медикам и пожилым людям. По словам официальных лиц, к концу февраля в Гонконг также должна поступить вакцина Pfizer-BioNTech. Кампания вакцинации населения началась в Новой Зеландии. Первые прививки вакцины BioNTech Pfizer уже были сделаны небольшой группой медицинских работников. По планам властей, все 5-миллионное население страны должно получить прививки в течение текущего года. Вакцинировать население в Австралии начнут 22 февраля. Тем временем скандалом обернулась вакцинация в Аргентине. Министр здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия ушел в отставку. Причиной стали сообщения в СМИ о том, что несколько знакомых министра привились от коронавируса вне очереди. Ранее аналогичный скандал разгорелся в Перу, где несколько политиков также получили прививку раньше установленного для них срока. В итоге они вынуждены были подать в отставку. Медина Гурбанова, CBC.